Брещане по-прежнему не знают, как одеваться, выходя утром из дома. Брать ли куртку и можно ли достать из ящиков открытую обувь. Между тем, прогноз синоптиков на ближайшие дни следующий. До среды характер погоды существенно не изменится. Погода будет определяться областью повышенного давления. На фоне этого будут проходить малоактивные атмосферные фронты. Поэтому местами пройдут кратковременные дожди, возможные грозы. И температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла. А днем 20-25, в субботу и в понедельник прогрев до 27 градусов. К слову, согласно общей климатической характеристике, июнь можно назвать предлетием. Среднемесячная его температура составляет 16-17 градусов, что на 3-4 градуса выше средней майской. Но в отдельные годы первый летний месяц бывает теплее или холоднее обычного. В среднем за период послевоенных наблюдений раз в 9 лет июнь фиксировался на 2-2,5 градуса прохладнее, один раз в 5-6 лет на 2-4 градуса жарче. Период глобального потепления внес свои коррективы. В настоящее время июнь теплее обычного бывает раз в 3-4 года. По данным метеорологов, в 2017-м значения этого месяца также будут выше среднего. По данным Гидрометцентра Республики Беларусь, среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. И по температурному режиму, скажем так, июнь будет достаточно однороден. Дневные температуры 20-25, в отдельные дни при прогреве до 27 градусов, а ночные в пределах 10-15 градусов. Анастасия Стропко, Андрей Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.